Считанные дни остаются до самого великого праздника нашей страны – годовщины победы в Великой Отечественной войне. 73 года прошло со дня оглушительного разгрома фашистов советскими войсками. Каждый год в стране чествуют фронтовиков, тружеников тыла и детей войны. За неделю до 9 мая в регионе стартовала акция «Фронтовые огоньки», организованная Ульяновским учреждением соцзащиты при поддержке местных предпринимателей. Ветеранов и детей войны приглашают в кафе, где для них организован ужин и развлекательная программа от ребят из детских садов. Такие мероприятия в Подзасвежском районе в эти дни пройдут в 11 кафе. И мне хочется сегодня, пользуясь случаем, выразить слова благодарности всем предпринимателям Засвежского района, которые откликнулись на нашу просьбу и проводят за счет своих собственных средств такие фронтовые огоньки. Среди гостей огонька оказался ветеран войны Мингали Жарулин. Он участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина. По его мнению, их славные подвиги станут вечным примером, если молодые поколения будут по-настоящему чтить память героев. Молодежь, я советую, чтобы почтили память отцов, дедов, прадедов, да, которые воевали, так принесли свободу нашей родине. Подготовка к предстоящему празднику идет активно. На заседании Оргкомитета Победы уполномоченные главы ведомства читались губернатору о проведении работ. Хлопот у организаторов торжества предостаточно. Работы с ветеранами, организация бессмертного полка и парада, концерт и вечерний салют. Немалую роль играет сопровождение ветеранов. 9 мая на всех праздничных площадках гражданам почтенного возраста будут помогать волонтеры. Когда будем 9 мая отмечать День Победы, волонтеры обязаны будут сопроводить ветеранов, помочь им на скамеечку сесть, водички им принести, потому что тепло и жарко будет. Люди старенькие. Предстоящие мероприятия будут разделены на два тематических блока – траурный и торжественный. 8 мая – День памяти. По всей области пройдут возложения цветов и митинги-реквиемы. День Победы же станет исключительно праздничным и радостным днем. Самое сложное в этом разделении – скоординировать порядок проведения мероприятий с главами районов. Также руководителям муниципалитетов рассказали об основных правилах акции «Бессмертный полк». Акция «Бессмертный полк» проводится в районных центрах муниципальных образований. Принять в ней участие могут все жители муниципальных образований. Абсолютно все, любой может пройтись в колонию. Кроме того, акция должна быть разведена по времени с основным парадом или с основным митингом. Официально Ульяновск начнет праздновать День Победы с 11 часов утра. Парад и трансляция документальных фильмов откроют торжественную часть. В 15:00 от площади Столетия Ленина стартует «Бессмертный полк». Участники пройдут колонной на площадь 30-летия Победы, чтобы с гордостью почтить память своих предков, подаривших нам мирное небо. Виктория Чиркова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.